Всем добрый день, добрый вечер или доброй ночи. У меня, по крайней мере, и вечер. И у нас в Нижнем Новгороде идет ливень. Соответственно, все наши рыбные места сейчас, скорее всего, находятся уже под водой. Поэтому я сел в машину и поехал посмотреть, что там творится. Ну или в конце концов, я все-таки на танке и еще и с тросом. Может, даже кого-нибудь спасу и кого-нибудь вытащу, если кто-то там утонул. В общем, наливаем чай, готовим вкусняшки. Поехали. Ну вот, дорогие друзья, как я и ожидал, здесь, в принципе, потоп уже начался. Мне-то как-то пофигу. А вот обычные пузатерки уже все начинают медленно-медленно плыть. Хотя нет, стоянка еще не затоплена. Значит, в принципе, не так уж здесь и глубоко. Ну, давайте сейчас встанем, посмотрим, что здесь будет происходить. Ну, вот начинает вода прибывать. Первая партия машин. Ну, сколько здесь? Сантиметров, наверное, около 20 налило. И то там около бордюра меньше намного. Он даже бэха летит. А, там даже не топит. Топит только вот этот средний ряд и ближе ко мне правый, крайний. А не, ливнетки работают, вода уходит. Я-то думал, город будет на грани сегодня. Нет, дождик кончился и вода стала уходить. В прошлый раз тут затопило все так, что вот этой травки не было видно, а это еще где-то сантиметров 15, наверное, воды. Но сегодня ливень не сильный, хотя передает на всю неделю его. Так что, в принципе, может даже что-то и поймаем интересное. И перетапливал так, что та полоса, получается, встречка, не вылесется. Та полоса, которая встречка, она, получается, вообще утонула. Не, воды нету, мало. Хотя так прикольно он разбрызгивает. В принципе, даже в такой луже можно схватить гидроудар. Не, водичку он быстро уходит. Прямо видно, как она исчезает. Летит тоже. А у нас больше здесь нигде вроде потопов-то и нет. Все аккуратно едут, молодцы. На Комсомольской побывал, там еще воды не так много. Вот если дождик не будет переставать, то с утра там будет самое прям вот оно. Сейчас еду прям к своему дому, там тоже есть очень веселое место, может быть, там поймаю какой-нибудь контент. Ну что, вот вроде подъехал, тут уже какое-то столботворение, что-то особо машины не разгоняются, походу там реально перетапливает. У меня тут еще проблемка нарисовалась у самого. У меня вон с правой стороны переднее колесо, видать, пробитое, спускает. Ну и что там? А судя по всему, да там вообще ничего нет. Там даже лужи нет. Ё-моё. Как я и предполагал, у дома у меня потоп. Да, тут прям все вообще шикардос. Как я прям люблю. Вон девочки там бегают. Да, около дома прям потоп. Что там такое едет? Газелька.
Так, а это что такое плывет? Это плывет Солярис. А там вон дети купаются. Так, это что такое? Это у нас Киа. Где проплывает? Субарь. Ну, Шнива. Шнива даже со шноргелем. Мог бы быстрее идти. Так, ну тут прям вообще хорошо набуздало воды. Так, дорогие друзья, плывет Пола. И вот сейчас вот как раз момент, когда будет волна на Реношку. Хлоп. Да, тут как обычно, ничего не меняется. Заплывает у нас Дастер. Ну, Дастер опять пускает волну. И волна у нас идет на что? На что? Опа. На... Не вижу. Солярис. Ну, Солярис еще нормально проплыл. Прям хорошо. Так, это что такое? Это Камри. Камри решил заехать на остров. Так, а это что такое плывет у нас? Это... Черик. А, 4 Pro. Бодро пошел. Бодро. Уплыл. Ну, тут тоже, кстати, воды не так много. Да, тут водички тоже не так вот прям очень много. Но в любом случае больше, чем везде. Так, это что у нас такое плывет? Это Deo Nexia. И ее догоняет танк. Nexia проплывает без проблем, а танк сворачивает сюда. Это, кстати, интересный момент. Вот здесь у нас приезжает вообще машина откачивать вот это все безобразие. На Комсомолке тоже откачивает, а вот под мостом сейчас такой дождин, а там ничего нет. Странно вообще. Мне интересно посмотреть, что на верхушке творится. Так, это у нас Гранта. Мне кажется, после таких процедур Гранта может немножко зацвести. Как вариант. О, все равно тут вылетело. И Черик сразу за ним. Ну, смотрите, по ступицу примерно воды здесь. Где-то сантиметров около, наверное, 15-20. Ну, даже он в некоторых местах того меньше. Но это только начало, дорогие друзья. Говорят, на всю неделю передают дождик сильный. И если дождик будет вот так лить, то здесь, конечно, будет вообще болото. А вот встал и думает, куда ему ехать и стоит ли ехать. Опа, не поехал. Передумал. Хотя вон по ступицу можно было смотреть. Вот посмотреть, там сантиметров 20. А что такое? Ford Fusion. Прошел. Еще один. Прошел. Опа, посмотрел на других. Хоп, поймал волну. И тоже поехал. Так, это что такое едет? О, сейчас будет поворачивать в нашу сторону. И это что-то прям сильно низкое. Ланцер. Волну на какой-то черт пустил перед собой. Восьмерки, судя по звукам, тяжело. Так, а машина так и продолжает плыть. Солярис решил всех обмануть, поехал слева. Но он, кстати, молодец. Хотя там можно хлебануть еще даже больше. Так, дети плавно перебрались тоже на ту сторону. Сейчас проморгал, четырка пролетела тут на всех ходах. И в итоге он вон там припарковался за домом. Может, даже захлебнулся. Ой-ой-ой. Ха-ха! Здорово! Так,
Kia. Kia, 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 Kia. Ну что, проплыл? Проплыл. Кстати, интересно, там по обочине, походу, ехали люди. Поэтому их так и топило. Фартило. Во, ходом. Давай, 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 давай. Не, не захлестнуло, повезло. Дети вон прикалываются, ходят, там ныряют. Блин, болеть, наверное, будут. Вот эти машины вообще люди не жалеют. Дилики. Меня тут один деятель такой чуть не снес. Несется как полудурочный. Я говорю, куда, куда? Ему пофигу, у него там время капает. Нет, дождик сейчас прекратился, сейчас, наверное, спадать начнет потихоньку. По-моему, вообще просто без номера, нет? В том году я, когда сюда приехал, на это место, здесь вот посередине Бэха семерка была утопленная, полностью салон затопленный. Ну, вообще так хорошо их затопило. Ну, что-то летит. Опять дилик. Куда ты так? Некоторые люди, кстати, вот там видят лужу и все, у них стопор, они что-то встают. Начинают мешкаться, что-то происходит. Сейчас волну пустил. Хлузданет, а не маленькая. Бам, мне хлузданула. Во, развернулся, все, не поехал. Заднюю дал. Не, я сразу сбавил уже, смотри. Допетрил, что не надо. Красавчик. Сейчас. А что-то разукрашенное, по-моему, какая-то, да? Да. Типа цвет хаки, что ли, не пойму. Бешеная. Вау, опять. Он дилик вообще никак не жалеет. Ему пофигу на машину. И я поломался. В общем, вот. Вот нормально плывет парнишка. Пока сижу, кстати, здесь смотрю, наблюдаю. Китайцев очень много стало. Наверное, где-то 30% автомобилей, которые сейчас есть, это китайцы. Давай, 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 давай. Крути педали, не тони. Хоть кто-нибудь с разгона залетит, нет? Я тоже присбавил чуток. Так, все, там процесс думы не пошел, как ему ехать, куда ему сворачивать. Вон там, где мужичок стоит, там бампер уже выхлестнул чей-то. Нет, достаточно аккуратно проезжают. В том году летали прям как стрешники. Вот опять что-то едет. Дилик, не дилик, не бэха. А, он систему решил обмануть. Через двор поехал. О, опять дилик. Опять газу даст.
В какой круг наворачивает. Так, Серёгу тоже накрасить на машину. Вот сразу видно, чья машина своя, чья, короче, арендованная. Вообще не жалею. Ну, волну даст, нет? А этому вообще море по колено. А вот до нас сейчас волна дойдет. Не, по брюху не хлюпнуло, значит, не глубоко. Ну, на удюхе мог бы газку удать. Там вон один уже утопленник стоит, он разгазовывает. Опа, каблучок встал. Нафиг мне эти приключения не нужны. А это что такое? Фьюжн, да. Кстати, уже четвертый, по-моему, едет. Не рискнул. Бам, волну. Волну словил. Кстати, и Логан тоже перед этим волну ловил. Не, каблук заднюю дал. Это может вот правильный водитель. Может на арендованный тоже там или на рабочий. Думает, ну нафиг на меня потом повесит весь ремонт. Ходом идет, да? Давай, давай, газку, братан, давай. Белый экшен. Опа. Бам. Что запихнуло ему? А это вот непонятно. По-моему, на дальнем едет, зараза. Не видно нифига. Вот если из-под него волну поймать, то можно, в принципе, реально схватить гидроудар. Там не больно много воды. Тоже примерно плюс-минус, как здесь. Здесь, по-моему, даже повеселее. Опять делик, да? Разгона? Нет. Что-то тоже ходом берет. Этот красавчик за ним поехал уже без волны. Сейчас он его, наверное, захлыстнет. Ну не, слабенько. Вот он, кстати, зря тоже так слишком медленно едет. Воды может набрать куда-нибудь и все. Чуть-чуть газу отпустить, чтобы волна ушла, и все. Не, вода уходит. Уже не так интересно. О! Ё-моё, я не поеду глубоко. Он там, наверное, девочка за рулем. Хотя некоторые девочки вообще, по-моему, бездумно летят здесь. Я не вижу. Все, поплыли гуси. Ну ты, Рено, еще и встань. Ты реально встал. Да луж-то уже все, не глубокой, давай. Вот, даже по ступицу не набирается у газельки. А назад вообще поехал. Он самое глубокое место заехал, встал в нем и назад поехал. А целых две машины назад. Прикол.
Эволют. Блин, вот прикинь, вообще там перемкнет. Жухнет так, что мне кажется, он там испепелится, бедолага. Давай-давай, не вставай, езжай. Чкода. Ой, тот тоже передумал. А надо было вот это вот телодвижение, типа заднюю давать, что-то откатываться. Там траблы у Волги, походу. Плохо. Он вскочил. Ну это что там? Давай, докатывайся уже бегом. Сейчас увидим, что там разгазовывалось так. Хруст коробки был. Нет, ноги не замочил, повезло. А, не, в глубину полез. Замочил. Так, ребята, вы все говорите, что девятка везде едет. Вон он. Колебанул, еле едет. Судя по сегодняшнему потопу, едут Рено в основном. Или как говорит мой один товарищ, с Рено. Что-то залетает, не оттормозился. Блин, так ярко горит, даже непонятно, что, четырка, наверное, какая-нибудь, да? Опа, все, погасли, опа, опять. Ларгус бодро шел, что-то потом передумал. Что-то где-то подъезжает. Что-то причем шумное. О, еще один велосипедист. Сейчас он там ножки замочит. Опять в глубину полез. Я сначала не вкурил, Никит. Я думал, это ты. А нет, это не ты. Я сначала на раскраску посмотрел. Думаю, ни хрена себе. Ты здесь, а кто-то на твоем поехал. Ну чё? Во, волну пустил, давай. Налево поворачивай. Не, хотя от нас он как раз повернул налево. Бам. Видос можно будет назвать «В поисках волны». Во. Опять Китай ее заползет. Уже смеркаться стало, блин, одни блики. Еще машинок 5 можно поймать, и в принципе можно уезжать, потому что вода уходит. Как гипс. На пол видоса будет гипс в зеркале заднего вида. Кстати, хорошо, бездумных людей с каждым годом все меньше и меньше. Все аккуратненько едут, прям спокойно. Ну, гелики, да, они прям летают, как стрижники. Вот тут есть ямка посередине, вот никто в нее не попадает. Опа, Волга очухалась. Мне все равно что-то ей плохо. О, еще один бедолаг, который мокрый весь. Вот Шаха зря так сделал, сейчас вот он может уже и встать. А, это Шаха, да, все, не ошибся. Хотя могла быть и тройка.
тоже что-то как-то прям бодро пошел. Вот эту волну хорошую пустил. Тоже разогнался, прижался к правому борту. Там как раз вот яма должна где-то быть. Всем везет, никто туда не залетает. Опа! Вот сейчас он тоже волну пустит. Бам! Ну это такой разогревочный видос будет. Сейчас ливни пойдут к концу недели. Я думаю, здесь будет прям вообще трэш-трэш сплошной. Интересно, 3,5 или нет? Непонятно. Кстати, сзади нас еще что-то подползает, сейчас будет заезжать. Он тоже думает, там ехать, не ехать. Смотрел на Солярис и, ну, рискнет, не рискнет. Ну что ты думаешь, езжай давай, не глубоко. Давай. Ну, газонку нажимай. Ё-моё, у тебя даже колеса не тонут. А, он по тротуару вообще поехал. Вот сейчас будет тоже прикольчик. От доставки тоже пофигу, тоже лупит на все бабки. Нормально идет так бодро. Неудивительно, это же приора. Так, что-то... Встал Volkswagen, да давай, не бойся, плыви. Вон Рено сейчас бибикать начнет, ну давай. А, там встречка. Фига тут расплываются туда-сюда. Так, еще какой-то смельчак ходом пошел. Гранта. Кода тут аккуратненько сейчас по бордюрчику, хотел сказать. По тротуарчику пошла, по тротуарчику, да-да-да-да-да-да. Все, объехал лужу, молодец. Ну что, будете что-нибудь писать в комментариях, что люди ездят по тротуару? А? Я думаю, не стоит, да? Потому что ситуация такая, неоднозначная. Опять Реношка просто идет ходом. Волна пошла. Повезло, что нет никого на встречке, а то сейчас закатил. Ну, Саньонг тоже полетел. Таксерик. Не, вот это какой-то аккуратный таксерик, смотрите, даже волну не пустил, ничего, потихонечку проехал. Опа, это пролетел. Ну, кроссоверам вообще пофигу, они нормально идут здесь. Вот что-то низенькое едет. Я все жду, когда будут поворачивать направо, ну, от нас налево получается. Никто в лужу, да, как ты, как раз на Шкоде залетел, тут глубоко. Все аккуратно едут, красавчики. Блин, интересно, что наши, кстати, машины вообще, ну, лупят на все деньги. И вот с Реношки. Более дорогие иномарки едут все равно аккуратнее. То есть люди их берегут. Так, чувак опять сейчас поплывет. Не, все, в глубину уже не пошел. Грантик. Так, четырка проплыла. Но тут тоже бодро летит. Опять с этими, с противотуманками. Сейчас они скроются. Ой, нормальный вид будет. О. Почему нельзя по-нормальному, по-человечески ездить без туманок, а? Нифига они нужны, не видно нифига.
О, все, дождался. И опять яму все объехали. Вон на Ниве тоже что-то бодренько побежал. Напишите в комментариях, как думаете, какая машина здесь может прям ходом лететь и не париться, что захлестнет. Без шноркеля. Бум. Не, мы про седаны сейчас говорим, про пузатеров. Все, встал. Да, не поеду, говорит, заднюю дал. Смотри, адекватный дилик не гонит. Вот только зря он там полез, там, по-моему, как раз тоже яма. Может сейчас нырнуть. А что тут встал вообще? О-о-о! Вот этот вот вальник сейчас пустит волну, и сейчас что-то будет. Бам! Пятнашки немного на морду плеснуло. Да, вон, все, пятнашка подзатроила. Да. Бедолага. Вроде волна маленькая, хватило. Да, все, он там пятнах встал. Так, это что-то плывет. А пятнах вон там встал, он у него. Не видно, уже уехал. Так, друзья, все, я покидаю данное супер место. Надо ехать лечить вот эту вот болячку. А то пока стоял, приспустило. А танку вообще пофигу, он просто едет. Да, блин, запотел, не видно нифига. Ну что, дорогие друзья, это был у нас такой разминочный ролик, вступительный. В ближайшее время передают дожди. Вода никуда не денется. Она как была, так и будет появляться у нас на дорогах. Будут вот эти курьезные ситуации. Мы их будем потихонечку караулить и просто вам показывать, что происходит на наших дорогах, как люди с этими проблемами борются. Постараемся также обязательно... Ой-ой, накрыл. Сам себя накрыл, ё-моё. Сейчас, секундочку. Постараемся обязательно помочь бедолагам, которые, не дай бог, утонут. Ну или будем просто им показывать, рапортовать, чтобы они не ехали в эти самые лужи на низких машинах. В общем, все это будет у нас в течение этого лета. Потому что дожди передают огромное количество. И я думаю, будет куда съездить и будет что снять и что вам показать. Ну, на этом мы этот ролик заканчиваем. Я надеюсь, даже вот такие моменты были для вас интересны. Вы просто увидели возможности автомобилей. Слава богу, сегодня никто не утонул. Вот. Все отделались легким заливанием катушек зажигания и тому подобное. В общем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, потому что, вот видите, я тут в телеграм-канал, когда поехал дежурить, скажем так, на дороге Нижнего Новгорода с потопами, выкинул маленькую новость, и сразу же подъехали подписчики. То есть вы можете тоже с нами посидеть, посмеяться, попомогать другим людям. А, и на нашу группу ВКонтакте не забываем подписываться, потому что мы там анонсируем все наши выезды и все наши мероприятия. В общем, на этом все. С вами был Леха. До новых встреч.